Всем привет, это ТикТоп ТВ, я Марина, и вы снова со мной, а я с вами. Очень хорошо, что вы заглянули ко мне на канал, посмотрите это видео, потому что в этом видео две приятных новости. Во-первых, распаковка, а вторая новость чуть позже. Начнем с первой. Ко мне пришла эта коробка, притом была упакована, завязана вот таким красивым бантом. Все это очень необычно, волнительно. Это подарок мне ко дню рождения от магазина SL Ira. Это очень интересный бренд, потому что это бренд молодого дизайнера Ирины Слоневской. Бренд называется SL Ira, но это понятно, Ирина Слоневская, в общем, сокращенное название. И вот тут и написано: сегодня это особенный день. Какая-то карточка, вот, ищешь вдохновение, смотри фото с отметкой SL Ira Shop. Так, лучшее фото выставляем в аккаунт и дарим подарок. То есть еще можно участвовать в конкурсах. Затем, вот, что это, каталог. Так, здесь описание тканей, из которых пошиты все эти модели. Кстати говоря, я прочитала на сайте, что все эти модели шьются из качественного материала и имеют уникальный крой. И к тому же еще подгоняются индивидуально под фигуру. И сейчас я вам покажу. Я надеюсь, что это именно та модель, которую я выбрала. Смотрите, наклеечка. Открываем, шуршащая такая тонкая бумага. Первое, что нам попадается, это сумочка. Да, к этому образу подходит именно эта сумочка. Как здорово все придумано. Жемчужинка, ленточка. Сумка кроссбоди с белым клапаном и пряжкой. Так, что здесь? Смотрим. Ага. Вот такой замочек здесь продевается в кольцо на магните. И внутри еще и ремешок тонкий. Фурнитура вот из желтого металла, шковина, по-моему, или льняная ткань, вот, из натурального льна, магнитик, в общем, белая отделка, как раз вот то, что я люблю, вот мои все тона, бежевый, белый, просто, у меня даже нет слов. Ну и вот оно, платье. Я выбирала рубашечного покроя платье, во-первых, потому что сейчас это на пике моды. Во-вторых, лето все-таки должно у нас начаться. Вот такая модель, тут тоже ленточка с жемчужинкой. Просто красота. Это размер получился L. Ну, как обычно, я его выбираю в магазинах. Вот такое платье. Посмотрите, здесь манжеты. И здесь пуговицы выполнены из натурального перламутра. Это уже видно, потому что вообще качество фурнитуры имеет огромнейшее значение. Оно сразу создает настроение всего образа. И по качеству фурнитуры можно судить о качестве самой вещи. На груди клапаны, как бы фальш-карманы. Вот. И платье должно быть до колен или даже ниже колен. Я специально именно такое выбирала. Внутри здесь пришита дополнительная пуговка, вот запасная. И значит, что написано. Ручная стирка разрешена, глажка, химчистка. Вот 100% с любовью от SL Ira. 100% хлопок. Ткань очень приятная, мягкая. И такая она полупрозрачная. И платье без подкладки. Поясок оказался внутри. Вот он такой широкий, чтобы можно было завязать красивый бант. Ну вот мы с вами распаковали. Теперь платье осталось отпарить. И дальше вас ждет примерка. И вторая супер классная новость. Так что не переключайтесь, дождитесь. И вот оно, это платье с примеркой. Я сразу надела сумку, чтобы вам показать, как все это будет смотреться в комплекте. И рукава. Смотрите, рукава не короткие, наоборот, даже они немножко с запасом. Поэтому вообще я обычно ношу рубашки вот так с подкатанными немножко рукавами. Можно выбрать вот такой вариант. Вот так. А можно один раз подогнуть. А можно вот такой вариант. Платье легкое, дышащее, потому что 100% хлопок, натуральный. И вот она, кроссбоди сумка.
Легенькая тоже, небольшая, удобная. И удобно, что здесь магнитный замок, вот раз и закрыли. И, в принципе, я думаю, что сумка, да, сочетается с платьем, здесь такой пояс. Немножко было сложно завязать бант так, чтобы получилось аккуратно, но я думаю, что я справилась. Здесь такой воротник, все просторно, нигде ничего не давит. И при том, что вот эти карманы нижние, они настоящие. Вот здесь просто клапаны сверху, фальш-карманы как бы, а снизу уже вот полноценные карманы. Так что огромное спасибо этому магазину, персонально дизайнеру Ирине. И у меня для вас вторая супер-классная новость, а это конкурс. Вот как раз недавно закончился предыдущий конкурс на канале, и сразу же стартует второй. Ну а призом в этом конкурсе, как вы уже, наверное, догадались, будет один из образов сайта SL Ira, из этого как раз магазина. И именно тот образ, который вы сами выберете и напишите в комментариях. Что нужно для того, чтобы участвовать в этом конкурсе? Во-первых, быть подписанным на мой канал. Обязательно нажмите на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления, иначе как вы узнаете о результатах конкурса. Также вы должны сделать репост этого видео в любой из соцсетей и к комментарию прикрепить ссылку на вашу страничку с этим репостом. И последнее задание, самое интересное, творческое, самое приятное. Вы должны выбрать любой наряд, любой образ из магазина SL Ira и точное его название написать в комментарии. Ну и, конечно же, обязательно напишите адрес вашей электронной почты, а иначе как приз найдет победителя. Ну вот и все на сегодня. Каждому из вас желаю победы в этом конкурсе. У всех шансы едины. Участвуйте, и вы обязательно победите. Каждому из вас, конечно же, желаю победы в этом конкурсе. Ну а самое главное – здоровье. Все остальное приложится. Все ссылки, а также условия участия вы найдете внизу в описании к этому видео. Также ссылку на сайт, на Instagram. Загляните. Сейчас, кстати говоря, там 70% скидки. Очень классные джинсы, несколько моделей я, например, для себя уже заприметила. Футболки, пиджаки, блейзеры, костюмы. В общем, очень-очень много всего дизайнерского, супермодного. И самое главное, что есть все размеры. А я с вами прощаюсь. Всем пока и оставайтесь со мной.